Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствуем всех любителей Первой лиги. С возвращением! Впереди весна, впереди огромное количество интереснейших матчей в рамках лучшей лиги мира. И мы, конечно же, все вместе с вами, я думаю, этому событию несказанно рады. Ну, а я приглашаю всех к просмотру матча, где проиграли Кубани, Ленинград, ленинградец. То остальные три оставшиеся, как раз-таки ленинградец добыл важнейшие победы. Да, пусть при небольшом, при малом, точнее, количестве игрового времени. Знаете, часто советую, кто последний коснулся мяча, тот обычно и бьет. Удар хороший. Перевод мяча на угловой. Здорово спасает Самок. Ну, а пробивал, по-моему, Опеков. И, разумеется, игрокам штрафной тоже здесь нужно как-то попробовать запутать соперника. А пока Гарелишвили. Он исполняет эту подачу, опасный удар, момент, еще удар, и здесь борьба на втором этаже, добивание, ух ты, целая серия опасных ударов по воротам только что была совершена игроками ленинградца, горячо, зажгли областные, только что штрафной КамАЗа, наверное, болельщики челнинской команды вздрогнули, и вот Киряков и его тренерский штаб выходят к изучению, Волков подсказывает, где кому и как надо расположиться. Безусловно, бывший игрок Ахмата знает, что говорит. Подача, удар в дальний угол. Ух ты, оказалось, что прям таки вот-вот. Но в итоге удар получился не самым сильным. И ситуацию по-отечески проконтролировал Никита Карабашев. Ждали, на самом деле, появления Бачинского. Но в этом чуть позже перехват. Долго думаем, но пора уже расставаться с мячом или пробивать. Вау, Разманов, конечно, мы его понимаем, Разманова-то, а? Он ждал этот пас, он ждал пас от капитана. И я думаю, многие сейчас это осознают. Прекрасная была позиция сегодня у Разманова. Но это подарок, чтобы вот так. Гарелишвили, потеря, Гаглоев. Ох, Гаглоев, Саша, налево. Опасный момент, удар. И браво, Карабашев. Какой шанс сейчас был у КамАЗа? Как они эту атаку разыграли? Расписали, и Гаглоев был на острие. Гарелишвили. Сегодня он хороший распасовщик. Здорово играет на Яковлева. Это шанс, это удар. А будет добивание? Нет, спасает Самок. Надежно сыграл. 41 номер. Волнительный момент для болельщиков ленинградца. Таликин подает. И здесь первым на мяче оказывается Волков. Однако второй темп атаки. Удар! Ух ты! Как это было опасно! Отыгран уже фактически был Карабашев. И на мгновение даже показалось, что мяч летит в створ. Это Родин пробивал. Наверное, самый опасный момент КамАЗа в этой игре. Что ж там делает Волков, это, конечно, интересно. Ну, очевидно, пошел туда на подачу. Ох ты, какой момент! Удар! Прозевали защитники Жиронкина. Это шанс был. Это был потрясающий шанс для Жиронкина. Хватается он за голову, конечно. Почти в упор. Расстреливать нужно было Самока. Добавленное время истекает. И все. Финальный свисток. 21-й тур. Ленинградец. КамАЗ. 0-0. Вот так вот два коллектива, наверное, от которых мы ожидали вот подобного формата игры, расходятся мирно